Здравствуйте, дорогие подписчики. Мы продолжаем прохождение игры Borderlands 2. С вами, как всегда, Алькатрас и Дэнди. Поздоровайся. Здорово всем. Здорово, Алькатрас. Ну и, короче, мы в предыдущей серии наконец-то захватили этот корабль. И вот сейчас на другом корабле, более маленьком, мягко говоря. Да, мягко говоря. Так, а что нам с ним сделать? Нам его опустить надо, что ли? Не, нам нужно на нем типа, поплыть. Другую локацию, иди сюда. А хотя нафиг не нужно. Я нажал и все, сейчас отправимся. Та локация попизже. Я успею. А, блять, не успел. А вот этот, как да. Здесь зима еще долго здесь будет, интересно? Не знаю. Да. Говорю, я потом еще стрим посмотрел. Была не зима. И при том заметил, то, что в главном меню, когда персонажа крутишь, тоже же не зимняя карта. А, ну вообще-то да. В пустыне там или что там, да? Ну да, что-то типа этого. Ну что, прикольно будет. Надеюсь. Блин, вообще, да, она долгая, я не знаю. Но по-любому долгая. Дольше Скайрима? А интересно, откуда мы вообще приплыли? Тут есть эта локация? Не вижу. Ладно. Хуй с тобой. Так, чё ты? Добраться до убежища. Погнали, нам надо добраться до убежища. Погнали. Так. Опа. А чё? А, вот сканён. Что это будет? А ты видишь или нет? Ну да, я увидел, что-то взорвалось, мост взорвался. И нас кто-то стреляет, похоже. А, во. А мы на таких покатаемся? Да, конечно. В первой части же тоже можно ничего не делать. Я вообще никогда в эту игру не играл. А, да, точно, да. Блять, ебать, пистолет, конечно, мне нахуй лучше дробовик достану, сейчас с одного раза выебу. Ой, блять, опять нас старые друзья вернулись. Блять, я два раза промазал. Тебе вообще какие-то жесткие, он на тебя, блять, врыло. Блять, кидается. Пидор, давайте на один. Ну, мой пулемет все сделал, а он еще бегут там, видно. Не сы, сейчас пулемет нам поможет. Ну и мелкая херня, кстати, на тебе. Че, все? Пулемет забиваем? Да. Погнали. Погнали, так, патрончики. Мои. Ага, не успел. Опа. Не, обожаю в этой игре прыгать. А это да, прыгаешь вообще. Да разбивай там всякое. ХП, бабки, патроны. А, ну ладно. Бля, снова эти дырки, походу, снова эти питы. Да. Бля, а, да, ладно. Доставай свой пулемет. Огонь еще не готов. Ну, твои проблемы. Проблем наш, ой, блин. Уйдет, блин. К тебе большой? Все, можно назвать большим, ну да. Так, пулемет готов сейчас. На более... Да какой большой, во, вот это большой. А, вот это да, вот это большой, соглашусь. Пулемет готов. Хорош. Че, всех завалили? Да. Пулемет жесток. Ну у них рожа, смотри, какие ноги убогие. Тут руки какие. Ты только со второго раз попал. Иди в жопу, это как гранатомет у меня. Надо будет целиться еще. Крайне. Будь здоров. Спасибо. Так, вон, магазинчик или что? Угу. Угу. Создать транспорт? Ну, короче, перед тем, как создать транспорт, нам нужно... достать что-то как раз для этой херни. Да. А как гранатом кидаться? Г. По стандарту. А ничего, что моя куда-то вообще улетела в небо. Блин, вот да, есть такие гранаты, их как раз в помещении лучше взрывать. Mm-hmm. Потому что так вообще беспонтово. Там поменяй в инвентаре. Блин, мне что-то последнее время... В играх у меня что-то он сам начинает стрелять. Ну ладно. Это я надо бить. Подождите, дайте я возьму под... Так, патрончики. Так, где они? Ебать! Да ты посмотри, что тут. Ты видел это?
Смотри, сейчас увидишь. Сейчас он выйдет из-за угла. Я-то уже посорил. Что, блядь, меня боролся? Смотри, ты видишь вот это с щитом? Погодь, сейчас меня почти убили. Безумный мародер. Подожди, безумный мародер. Тебе надо сдохнуть. Посмотри налево. А, вот это? Оу. Давай. Блять, опять... Блять, как ты снова сдох? Я не знаю. Это что, опять босс, типа, блять? Да. Ну, это, блин, ну, я не знаю. Убью, блять, я тоже сдох. Сейчас, погодь, я сейчас воскрес. Я воскрес. Так, давай, иди ко мне, так. Погодь, меня сейчас... Да, блять, чего у вас так? Блять, меня опять гонит. Пиздец. Так, у кого тут по хуйне хп? Бля, ебать, у всех дохуй. Подождите, блядь. Ваш так. Бля, не убил, сдох. Ты сдох? Да. Я еще жив. Да я вообще в какой-то жопе, блядь, подох. Гранат. Бля, пулемет, ты в помощь мне. Хорошо, что недалеко хуярить. Ебать их на мини-карте, хуево тьма. Блять, опять не убил. Что за враги тут пошли умные? О, убил уже. Блять, опять меня пошли. Хуй раз уже выпал. Я одного огромного завалил, слышишь? С щитом? Да. Блять, опять борьба за жизнь у меня. Давай вот в этого фига. Да, я убил. Хорош. Блин, мне аптечка нужна. А, так, где они еще? А, вот. Все. Надо поменять оружие, а то вообще с ним тяжко. Че у меня за оружие сейчас остался, уже не помню. Да. Это винтовка. Еще такая же винтовка. О, у меня супер-пупер дробовик, че его не. Иван, можно сказать, у меня два гранатомета. А, во-во. О, взяли эту часть. О, тут походу пухи будут. Ну-ка. Это классная автоматика. Не знаю, это походу пулемет какой-то. Я его возьму. Ай. Так, где у меня больше патронов? Так, какая здесь больше там? А, вот это говно. Так. Ух ты, блядь, типа автомат. Смотри, какой у меня пулемет. Подожди, встань. Нихило. Ты че? Слышь, ты че по мне хуяришь, слышь ты? Я вообще не стрелял. А, вот еще ящик. Поздно. Одну спиздил, не пизди. Да, ну. Не докажешь. Оп. О, хпшка. Спасибо мне, блин, за хп. А тут, ну, а ты видел на моей? У меня 14 вообще было, пока я хп. И что, у меня 53. Ну вот, теперь у меня 99. Так, добавь. О, хп. Пошутил. Ладно, погнали, я уже хочу покататься. А что, уже все, можно на машине покататься? Да, я как бы. О, кто будет вести, ты или я? Я буду вести. А я могу стрелять из машины? Конечно. Тебе как, тебе лучше, чтобы ты стрелял с пулемета или с гранатомета? С пулемета. Не, с гранатомета. Но он будет так. А, ну тогда пулемет. Ок. Давай быстрее, да тупо. О, наконец, давай запрос авторизованного на пользователя принят. Счастливой поездки. Идеально. Подачки лежит Питенским. Че за хуйня? Так. Кстати, ты тоже можешь выбрать себе машину на двух машинах. Ща камуфляж выберу, я пиздатый выберу. А у меня здесь пишет что-то другой. Другой игрок сейчас использует точкомат. Пожалуйста, подождите. Хотя отойди, да. Отойди от него надо. Да, подожди. Сейчас создам. Мы на одном будем. Ну ладно. Окей, с пулеметом. Да-да-да, окей. Какой вид.
А, вот она. Так, стой. Стой, погодь, куда ты уехал? Погодь меня. Ладно, давай. Бля, сейчас сам создам свою машину. Куда въехал? Все, я сел. Все, я сел, погнали. Подожди, я забыл управление. А здесь патрон бесконечный, да? Наверное. А вот. Блин, хрена водишь, я тут смотрю. Погоди, я осваиваюсь. Надо разгончик взять. Ой, остановись, это я хочу эксперимент заводить. Мстя. Давай, бля, сейчас задавлю нахуй. Все, я убью. А вот еще, подай погоди. Маневрируй! Задавили нахуй. А, вон еще сзади. Как отлетел в сторону. Ааа, блядь. Че, все? А, нет, вон еще один. Убил. Поехали. Ну как из меня водитель? Хорош. А, вот еще. Я, кстати, тоже стреляю, если ты не в курсе. Да ну нас, как ты можешь стрелять? За дорогой лучше следи, блин. Бля, вот это жесткий, надо задавить. Я увалю, подожди. Что ты делаешь, бля? О, сзади, смотри, еще был. Вроде все. Так понаехали сюда, всех поубивали, бля. А вот еще. Погодь. Газуй. Ой, блин. Не, стоило, наверное, взять гранатомет все-таки. Постойте. Да хватит, я попасть нормально не могу. Все, погнали. Так, дальше что? Даем знать, что мы рядом. А, вот, слева враги. Ты вообще не в ту сторону едешь. Открывать ворота, мы приехали. Вот тут сейчас появится. Так, пускай ты тут пишет. Читеры, да, Каин? Кто? Мы. Давай. Да, ну давай ты, блин. Блин, тачка горит, надо ее поменять. Тем более поставим сейчас с гранатометом. Окей. Ты пока иди задание выполни, я тачку создам. А вот. You're never getting into sanctuary, you bloodshot skaglicks. Так, Санёнка. You're a vault hunter. Just a sec. Roland wanted to talk to you. Let me echo it. So you know what I've been hearing all this radio chatter about. Ты меня стреляешь? Да. Не поймаешь, не поймаешь. Погоди, что надо мне хочется? Как тут? Ой. Так, я сел. Да, я же понял. А, теперь что? О, теперь гранатомет у нас? Угу. Прекрасно. Так, не туда едем. Так, на врагов. О, летучий муж. Сейчас пулемет лучше пригодился. Блин. Больше игру King Kong? Ну. Блять, реально сейчас такое чувство, как в нее играю, блядь. Тоже какие-то монстры, блядь, и вот этот крылатый. Больше там летали тоже. Летучий муж. Да. Больше всего бесило, как раз крылатый.
О, попал как-то. Так, как вот, а нам же ехать надо, чё я стал? Ну поехали, я не знаю, чё ты стоишь. Гони, 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 гони. Они следуют за нами. Ой, 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 ой. Мы поехали. Погодь. А вот, не заметил. О, как увернулся. Хуярь, блять, похуй, я его попытаюсь задавить. Я просто тупо нажимаю стрелять, куда попало. Да, 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 тихо. Блин, ну сколько у вас тут не было? Машине кажется, да, это пиздец будет. А какой у него, смотри, сколько еще ПП. А так, давай его. А где показана ее жизнь? Слева. А, как раз она. Да, вот это вот подбери. Вот это? Да. Залезай. Погнали. А ща покажет куда. Где? Еще раз. Да, стрелю. Вот. Не знаю, но я нашел вот это вот. О, мы снова в логово этих приехали. Блять. На машине их убивать вообще прикольно. Вообще, блять. Видел ты как я это все вижу. У меня на весь экран тут, на половину экран, пулемет вот этот, винтомет мой. Да ладно. Сдохни, сдохни, сдохни. Гробойды. Я их гробойдами буду звать. На тебе, блин, сбил. Слушай, секунду. А, ладно. Чё, ты думаешь, сейчас машина взорвётся? Я тоже так думаю. Да нет, будет в скайпе кто-то пытается мне дозвониться. А забей. Так, ну тут идти, как видишь, надо. Ну иди, я здесь посторожу машину. Какой пошли, блин? Ладно, поехали, лопату. А машину не угонит? Кто? О, Сариковой нашел. Чё за отстой? У меня пуколка какая-то левая. О, новый уровень, хорош. Нифига себе, нифига себе. Нормально, сам пуколка-то. Так, завалил. Так, с пяти выстрелов, значит. О, а вот и ты. Не, автомат прикольный, видишь. У меня тоже ничего. Кстати, дай прокачаю левел. Точнее, скилл какой-нибудь. А, да, у меня тоже есть повышенный. Так, подойдем. Максимум уровень здоровья. 24 хп, да, это максимум моих здоровья. Да. Что ты разорвал? Почикали. Пусть да. Спасибо. Так, вот, это ты куда побежал? Стой, стой, стой. А, ну тут ничего нет. Оба, птица, птё, ебать. Ебать, сколько птиц, да, вообще жестко много. Ну нахуй. Ебать, да ты посмотри на мини-карту, сколько их. Ладно, побежали. На чё ты бежим? Ты да, бежим. На, у, попал, прикинь. Где они? Я их вообще из виду потерял. А, блин, бежим до машины быстрее. Я их отвлеку иллюзией. Ладно, хорошо, бежим, бежим, бежим. Не оборачивайся, не смотри назад, не смотри назад.
А, меня хуйнуло. А, это тебя посыпало, хуйню. Ничего, сейчас до машин добежим, посмотрим, кто тут. Бля, я ебать хуярю. А, вот. Пулеметчик где? А, вот. Все, сел, гони, 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 гони. Блять, из гранатомета их валить, это не вариант. Я попадаю в выстрел. Так, еще одна осталась. Все, сбили. Так. Добыть энергоблок, добраться до убежища. Убить. А ну-ка на тап. Хватес. А, блин, а мы с той стороны, интересно, сможем заехать? Сейчас посмотрим. Ой, вон пока на как, кстати, заехать. Че сталь? А, сейчас тап. Не, не сможем, нам пешком надо будет там идти, кстати. Пошли. Обратно ехать? Да. Выходи. Ну ладно. Ладно, побежали. Только не надо забывать ни машин. Да что да это? Где угодно можно создать. Ну не где угодно. Ты так сказал. Опа. Жгучий кактус. Подойди к нему, кстати. И. А. Пошел. Да на... все запи. Пошел нахрен кактус. Бежим. 132 хп. Чуй. Будь здоров. Спасибо. Так, вон вижу там одного здоровяка. Да, я вообще никого не... А, вот я вижу. Блять, ему убийца что-то. О, 9 уровень. Ты только сейчас его взял? Да. А у тебя сейчас какой уровень? 9. Блять, что за хрень? Я умираю. Святые джигутинки, я умираю. Кого-нибудь убьешь? Нет, не успел, я сдох. Сейчас... Блин, ты сдох? Да. А, стоп, а где я сейчас появился? Не знаю. Опаньки, так, около каких-то ворот. Ой, походу я очень далеко, блин. Что а, думаешь? Стоп. А, вот, не-не-не, тут рядом, вот машина. Весом. А он? А, понял где-то. А нет, стоп, я далеко. А, я сейчас машину создам, по-быстрому тебе доеду. Так, создать транспорт. Ах ты сволочь! А пока... Блин, ну ладно, ща. Ты что, тоже умер? Не, я жив. На машине вообще где-то. А, вот, он приехал. Так, бегу. Так. Нахожу трупы после нас, которые мы оставляем. Блин, пуха не критует. Я почти добежал. О, Роланд. Jack won't destroy sanctuary today, at least. I'll get back to the city. We'll meet up once I get there. Все, я почти рядом. Я ухожу. Все, я забежал. Ну нафиг ты пулемет поставил, когда один противник остался. Один оставался? А, мне казалось, да. Больше будет. Ладно. Нет. Все, один остался. Где он? Да, и вот. А, не, новые зарез здесь. Доставать пулемет. Иди от меня, иди от меня, смерть, чёрт. Ну чё, всё. Так, тут где-то должна валяться фигня какая-то, нам нужно её подобрать. Она показывает, блин, где-то здесь. Давай поищем. Вот тут? Нет, не тут.
Блин, может сверху на крыше? О, да, вот, стоп, вот лестница. А вот еще выскочили. На крыше нету. Так, вот какой-то ящик нашел, по-моему. Нет. Ты нашел? Я нет, а ты? А вот ты нашел, походу. Я? Как? Я поступил в жилье какого-то. А, не, нам нужно было убить 20 кровотесов, походу. А. Опа, какой здоровый ящик. И тут, ух ты, сколько патронов. Мне, пожалуйста, патрончик. А, хер с вами. Завалил. Блин, нафига этих жирных дохренища? Да, наверное, вот они и есть, вот эти 20. Да вряд ли. Их не так много, как я думал. Достану лучше гранатомет. Деньги. Деньги. Ой, блядь, свалился в пропасть. Да, может быть. Так, ладно, автомат достану, брат. Опять же. Как меня задолбали. Хватит ходить, мат, дай. Блять. Я ёбнулся. Значит, я один тут остался с ним, да? Не-не-не-не. Ты тормозишь, блин, беги за мной. Погоди. Вот тут, кстати, дохренище пух. Возьми хоть одну. Нормовские. Погодь тут. Потом там, кстати, есть пух. Такая же, как у меня. Возьми ее обязательно. Так, здесь один остался всего лишь, где он? Да, вот он. А, вот. Так, вот еще шкафчики. Что это за хрень? Свинцовый щит. Не могу взять. Все, так, по-моему, все, что можно было сделать, мы сделали. Да, так, вот. Можно сваливать, машина там стоит, ага, нам нужно... Нам надо вообще в другую кань просто. Не, я отлично. Сюда, я сюда машину вытащил еще. Да, ну погнали. Погнали. Побежали. Мне бы такую способность был. Завиду. У меня всего лишь пулемет. Да, она на самом деле усранская, вообще беспонтовая. Да. Так, нам еще надо найти лейтенанта Дэвиса. Добраться до убежища. Наверное, сейчас идем Дэвиса искать, да? Ну да, я тоже так думаю, что значит Дэвис. А он точил, да? Ну да, вот я сюда подъехал. Взял, припарковал еще. Не, просто так, знаешь, как красиво так задрифтовал. Так, направо, направо. Давай как в этом, как там, да. Что называется. Знаешь, когда... Ладно, так я забыл назвать. Смотри, видел, как я дрифтовать умею? Смотри, про дрифт. Не получилось. Офигенно. Да, погнали. А вот слева враги. А, вон эти дровики. Ну, поехали. Вылезай, открывай дверь. Так. Вот эта дверь открывает, да? Is that you? Oh, it's the Vault Hunter. Get in quick! Roland's echo communicator went dead. We need your help. Так, как понимаешь, сейчас откроется. Да, вон открывается, погнали. А, вон новая локация. А, блядь, сзади, посмотри. Ой, блядь, опять эти летучие гранты. Ебать, напали-то. Надо выходить в следующую локацию. А что, на машине там... нельзя заехать на ней?
Не, ну я думаю, что там по-любому будет сразу много машин. Подожди, стой, нажми на тап, это случим. А, ну это мы основную, мы сразу сюжетку будем проходить или еще побочную? Ну давай побочный, если будет, найдем времени. Ну вот тогда нажми на тап, и там будет сразу, это красавчик Джек и никудышный день, сразу два побочных. Что, какой выбирать? Найти аудиодневник. Давай найди аудиодневник. Вот красавчик Джек. А, красавчик Джек. Ну, окей. А, надо тогда обратно в машину. Да, ой, как хорошо. Машина обратно. Погнали. Прям безопаснее чувствуешь себя в машине, да? Ага, такая безопасность прям. Да, ну когда ты ведешь ее, блядь, я себя не чувствую чувство безопасности. Да тут знаешь, как управление? Думаешь, что тут на стрелочке или на клавише, там АД? Ну, я как бы водил, я знаю. Я не знаю, почему ты так будешь. Без обид. Так, блин, куда ты нас, блин, умер? Нормально. Так, где мы? Мы кораблетом подъехали. А нам обратно корабль надо, нам вообще в другую локацию. А, это вообще, это тот квест сраный. Какой? Дебильный. Вы, блин, как его убрать? Который тогда, помнишь? А, лань? Взять тех мордоплю. Точно, блин. А, мы лоханулись. Что? Это те два квеста, которые мы не стали проходить еще тогда. ясно. А тогда обратно в убежище едем, да? Да. Тупанули чутка. Ну ничего, зато прокатились. О, сбили. А, вон опять птицы, блин. Что, застряли? А, нет. Чё с какой застряли? Это ж я веду. Ладно, ладно. Во, убежище как раз. Вот убежище. А, мы убежище. Че еще за Опа-на! убежище? Смотри, какая, без снега. О, да, мы сюда идем, да? Вау! Наверное. Так, в тему голос твой убрать сейчас бы. Да тихо. Тихо. Отлично. Нет, тут есть грёбаный снег. Есть снег? Софти Джек, это походу владелец убежища как раз таки. А тебе вроде он же, типа, что-то там, в сюжете, что-то главное. Да, кстати. Что там? Лейтенант Дэвис. Лейтенант Дэвис нашел? Да, вот он. О, смотри. Что? Мы вставили энергоблок, и теперь щит. Классно. Прикольно. Ладно, что дальше делать? Задание сдать. О, пуху можно так. Автомат или это дробовик? А Мне костюмов? дробовики Слушай, а костюмов задолбали. новых не давали? Да. А, вот две пухи, дробовик и автомат с штык-ножик. Так. Так, давайте посмотрим. Вот, видишь, восклицательные знаки — это квесты. Сейчас нам указан сдать, ну, типа, делать главное, значит, пойдем сначала возьмем побочный. Подожди, так, так, такие у него там снижения. Так, здесь нельзя сравнить как. А, вот, Можно. вот Е. Нет, собственно. Пошу. Сравнить, вот, 23, 24, 8. Не, автомат, который у меня сейчас лучше.
Ладно, погнали. Ну что, по обычной возьмем или? Ну да, по обычной выполним. Blitz! Look alive, everybody! Hyperion Moonshot Blitz! Смотри, как от пи выйдет. Ага. Чё тебе? Чё ему нужно? И чё, блин? Встретиться со стражником у ворот. Я встретился. А вот, здесь нет снега, это у чёртова снега. Ага, налёт вам от снега есть. Лужи сразу. А ну-ка. А, блин, даже этих нет. Ну вот, наконец, в каком-то посёлке ходим, где люди есть. Короче, это главный город. Ага. Нормально, наконец, мы в главном городе ходим. Смотри, баб-мужик. Деревенский дурачок. Так, ща. Как-то далеко долетел. О, пошли вы сюда. Что это? Мохис. О. Чё, бордель? Вот тут этот квест можно взять, да, это поход бордель. Какие у них большие глаза. Нарисованы. О, смотри, кто это? А, это... Да чё, у него квест возьмём, давай. Давай. Так. Ну ладно. Что нам делать? Осмотреть значки мордоплюев, убить мордоплюев. Так. Угадай имя. У тебя стоит. Так, погнали. Куда нам показывается эта карта? Так, ладно. Нам надо походить. Давай сразу квесты возьмем. Ну давай сразу. А, ты пока у того бери, я сейчас здесь возьму. Подальше. Окей, блин, меня заблочили. Сраные хищники. Так, опа. Так, вот здесь вот нам здесь еще есть. Кашир? Что за кашир? This gun doesn't seem to work. Не знаю. I don't know. У тебя тоже клип начался? Да, но это я подошел к этому. Ну, я тоже к ним подошел. Looks like it works to me. Маркус. Деньги возвращаю. Так, я к нему подхожу. Нет, там... Это я к нему подошел. А, да, точно, ты к нему подошел. Да, может быть, лучше. Так, камень-ножницы. Так. Ваше содержание по этим новым предметам не выполнить задание. ХД. Вам погнали. А... Что бы ты выбрал, снайперку или автомат? Ой, блять, это автомат? Охуенно. Справа, да. А вот слева я хочу... Я хочу снайперку. Я автомат возьму. Ой, блять, какой я гранатомет выкинул. Нахуй это сделал. Вот так. Подожди, это так же вроде? Такая же вроде. А, стоп, тогда я давай вот автомат. А, стоп, куда автомат сейчас? А, вот он. Ну все, живем. Ладно, что, давай на эту вот такую. Это да! Вот это да! Смотри, какая! Там синяя что-то! А, фига не. Смотри-ка! А ну-ка, пока не... Бомба. Ладно, давай закончим на этом эту серию. Ну давай, на хорошей ноте закончим серию, а то что. Ну ладно, всем спасибо за внимание. С вами был Алькатрас и Дэнди. Попрощайся. Все, всем спасибо за просмотр. До свидания. Всем пока.